Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей или же Иной, и мы продолжаем проходить на Иту, осваивать эту добрую вещь, новая игра. Все еще опыта у меня как не было, так и нет, ну, если не считать тот часик, который я наиграл. Так, что у нас по заклинаниям? Искровая молния какая-то бесполезная, бомбы, бутыль вода, вот, даже никакой там телепортационной воды не дали, просто вот на тебе всякие разные вещи. Иди и страдай. Я уже вижу черепа, которые меня хотят убить. Так, в кого ты там? Так, ты умер. Что случилось? А? Тихо, в меня не попал никто, не попал. Мозг не задет. Какие-то золото там вечно исчезает. Так. Отдай мне это. Бутыль огонь. Интересная бутылочка. Огненная вода. Три урона. И кислотная водичка. Прям то, что мне нравится. Ай. Ай. Как долго у меня это будет? Вода стремится. Давай затоплюсь, смою себя все. Вроде бы смыл. Так, вот это я зря, конечно. И, конечно же, он. А, вот это я мастерски прицелил. Так, я вот вроде бы пытаюсь никуда не лезть, а лезет все ко мне. Как поступать в таких ситуациях, бог его знает. Ну ладно. Говорят, где-то есть деньги. А, вот 74 золота. Вот это действительно то, что можно было увидеть, но я этого не видел. Ну что, кидаем бомбу сюда. Как говорится, Аллах Акбар. О, аккуратненько. Так, взять жезл. Что тут у нас? Стрела. Расход маны 15, урон резанием 5. Интересно, тут какой урон? Да, урон 3, это я видел. Урон 5. Ну, конечно, да. Три стрелы. Еще отталкивает меня. В чем прикол такой? Снаряд, резанием, задержка заклинания, разброс, скорость. Тип снаряд. Заклинание использования одно. Ну ладно. А! Вот это, конечно, тяжко мне. Видимо, бутылку с огнем все-таки надо было брать. Пошли взрывы. Мое любимое. Можно тут прокопать до золота. Вот Q, это что значит? Перезарядочка там 76. Так. Как всегда, понимаем, что золото мне не получить. Бутыль огонь? Ну, возьмем бутыль огонь. Если надо, что-то будет поджечь. Ну, взорвись ты уже. Спасибо. Вот это он, конечно, накинул мне. Отдай мне свои деньги. 10 золотых. Хорошо, уже 86. О, черт какой-то. На. Блин, я думал, ты умер. Фиг, ты так хорошо кидаешься. Вас двое тут. А, я сейчас умру. Тушись. А! Да, это было слишком легко. Стендари. Вы мертвы, нажмите здесь и посмотрите статистику. Давайте посмотрим. 86. Конечно же, мы начнем новую игру. Ежедневное прохождение. Кошмар. Кошмар. Ежедневная практика. Я пока ничего не знаю.
Какая там практика, когда мне ничего не дается. Так, все еще вода. Умираю в первом же мире. На. Инвентарь. Мне больше как-то табом нравится больше нажимать. Так, ну, по-моему, то же самое. Так, он умер. Отлично. Забираем золото. Золото, бриллианты. Там уже даже можно выйти куда-то на поверхность. Так, он умер. И ты умер. Мне нужны все деньги этого мира. Давай, накидывай, накидывай побольше ему. 76. Хорошо. Они дохнут. Что это? Экселиартум. Не знаю, что это. Но, о, вот это вот сердечко. Это, видимо, жизни. Конечно же, какой-то черт их защищает. Отгоним этого черта. И, насколько помню, у него там жизни миллионы. Ага, вот он там жив. О, там еще одно сердечко. Ай. Так, вот этот черта убьем. Что они сидят такие, как... не знаю, речка какая-то. Запасы овощные. Что-то огонь полыхает. Посохи. Так, больше жизни. Максимально до 150? О-хо-хо. Так. Думаешь, я тебя не видел? Я тебя видел. Какие-то прям газы собраны в воздухе. Куда бы так встать, чтобы не умереть? Что тут у тебя? Бомба с блесками призывает бомбу, которая взрывается в разлетающиеся фрагменты. Расход маны 7, осталось 16. Урон взрывом. А, ну ладно, возьмем. Что это было за прикол, когда я не мог всплыть? М? 50 хп. Идет-то не очень хорошо, но кажется, что плохо, на самом деле. О, это что, сундук? Тихо, тихо. Я же живой, ничего не происходит со мной. Ну как, все живой. И с учетом, что я дохну. О, не-не-не-не-не-не-не. Так, перезарядочка. Нате вам. На. Отлично, он. Ему хватило. Больше мне не надо. Нет, пощади, мужик. Еще этот. Фух. 13 хп, а он по 14 там бьет своей базукой. Так, ладно. Ну как бы плохо. Ну ты взрываться будешь? Черт. Черт, я устроил пожар. И никого винить себе, ну, кроме себя, нельзя. И все это теперь сгорит. Зло выйдет на поверхность. Люди будут молить о помощи. Молить о прощении. И никто не придет им на помощь. 12 зарядов. Вот так думаешь, а надо ли мне привлекать внимание этих пацанов? Уж лучше обойтись. Обойтись жизнью. Тут вообще какая-то радиация. Куда меня занесло? Ладно, земля догорает. Ну как догорает? Медленно.
Давай, просто привстань. Давай, давай, пробивайся, пробивайся. О! И, конечно же, золото исчезло. О, кританул. Внезапно. Что там сзади зашевелилось такое? Какие-то скелеты шевелятся. Жезл с динамитом. Ну и 16 раз. На. Работает. Мужик с дробовиком меня пугает. Честно скажу. Пугает. Страшно. А, деревья растут. Ладно, пока он не смотрит, тайком пройдем. Тихонечко. О, портал, портал. Неважно, просто. Живем. Хилимся, живем. 10-10 здоровья, между прочим. 184 деньги, да? Динамитик. Все заклинания. Пилы какие-то. 190. Даже по скидочке надо было убить все-таки пацана. И тут можно было бы кидать какие-то, не знаю, какие-то штуки. Что у нас по заклинаниям? Очаровательная искровая молния. Жезл. Максимум маны 115. Сколько у тебя? Максимум маны 98. 210. Ну понятно, что вот тут самые такие интересные. Бомбы с блесками. Снаряд освещает окружение. Ага, это интересно. Призыв маленькие взрывчатки. Огненная, хорошо, взрывающаяся молния. Осталось использование 25. Ну ты, конечно, максимально 98. То есть ты стрельнешь раз, а потом такой... А! Перезарядка. Время перезарядки 3 секунды. Заклинание использования 3. Если я вот это все уберу сюда. Как оно будет стрелять? Ага. Про перезарядку в 3 секунды они реально не шутили. Вот тут-то 0.42, это да. Максимально 115. 210. А. То есть так стреляют 2. А так буду, наверное, 3 стрелять, да? Ладненько, потихонечку я осваиваю, как эти заклинания работают. Пусть у меня будут вот эти гранаты. Буду их накидывать. Наверное, они будут тратиться. 16 раз раскидал, исчезло. Ладно, денег мне не дали. Что тут такое? Помощник Луки. Помощник, блин. Большинство жезлов не будет накладывать заклинания в случайном порядке. Жезлы, которые выносят с собой, тоже перестанут так делать. Заклинание в случайном порядке, то есть это вот то, что тут в порядок я ставлю бессмысленно. Вы постоянно стреляете разрушительным плазменным лучом. На остальные заклинания выпускаете намного медленнее. Личный плазменный луч. Блин, я умру, скорее всего. Я подожгу и умру. Хотя, конечно, личный плазменный... Я помощник Луки. Я буду, не знаю, зачем. Вот это мракобесие будет со мной. Вызывать крепоту. В прошлый раз, по-моему, я уже его вызывал, и он мне нисколько не помог. Так. Ты живой? Нет, ты мертвый. А вот это что? О! Ясно. Ясно. Давай, топись.
Давай. Мне нужно золото. О, 236, хорошо. Идем неплохо. В такие моменты я думаю, что все-таки, наверное, освещать было бы тоже хорошо. Чтобы мои снаряды освещали территорию. Вот так-то золота достаточно тут. Вот там какие-то халявные секретики находятся. Ну, попробуй туда попади. Под эту, в эту комнатушечку. О, мужик с дробовиком. Мы знаем, что с ним. Тихо, 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 тихо. Отлично, ты помер. Хорошо. И ты тоже помер. Осы. Ай, ай. Не знаю, о, пацан-то помогает. А, смой с меня всю грязь. Спасибо. О, не-не-не, он меня не видел. Или видел? Ладно. В такие моменты просто начинаем паниковать. У! Мужик, нечестно таким хорошим быть. Кто ко мне подойдет, тот от меня умрет. А! Что? Что происходит? Я предупредил. Я предупредил, что я буду паниковать. Еще пчелы. Так, все хорошо. Они все мертвы. Все мои враги мертвы. Ага, и ты мертва. И ты мертва. Отдай мне свою блестяшку. А, 380 денег. Что мы имеем? Все кругом сгорело. Сидит, блин, тоже. Возможно, можно теперь пройти туда. И там больше никого нет. И попытаться полутаться. А-а-а. Ладно. Идея была хорошей. Да, потихонечку снаряды тратятся. Ну а я, как я динамит-то отбил, а? Так. Урон у моего заклинания, конечно, просто потрясающий. Давай, мужик. Воюй как можешь. Иногда надо брать все в свои руки и просто гасить гранатой. О, хорошо как. А где деньги? Ребята, где деньги? О, что-то я собрал. Блин, выход. На самом деле, возможно, даже и надо бы выйти. Но в то же время... Кирпич. Я вроде бы что-то взял, 456, а вроде что-то ничего не взял. Ладно, у меня 400 денег, наверное, этого должно хватить. А, умирать неохота, надо выживать. До 220 получено... Так, что такое? Круг нефти? Волшебная стрела? Вызов ракеты? Бомба? Горизонтальный... Путь. Какие-то заклинания, да? Метатель огненных шаров. Зловещий портал. Блестящий отскок. Вызов ракеты. А тут скидка на ракету-то.
Крукнефти. Ну, Крукнефти я чувствую... О, там снизу. Снизу прямо-таки что-то красивое. Интересно, если я здесь гранату положу... То ничего не произойдет. Ясно. 20 вызова ракеты, ясно. Блестящий отскок. 5 зловещих огненных шаров, тоже ограниченное количество. Волшебная стрела. Давай я волшебную стрелу возьму. Горизонтальный путь. Не знаю, что это, но ракеты тоже мы возьмем. Значит, что мы думаем, мы можем себе много позволить. Хотя нет, немного, это уже еще. А, нет, усиление это все. Всякие глупости. Блестящий отскок и огненные шары. Четенько, $1. Так, очевидно, ракета идет сюда. Перезарядки 0,67. Нормально, с этим я могу поработать. На самом деле, можно было уже сюда переселить. Так, волшебная стрела. Удобная волшебная стрела. 20-ку тратит. Урон 10 уже, не 10. Не трешку как-то тут. Разброс маленький, скорость быстрая. Ну, тут помедленнее, чем это, ладно. Задержка заклинания, разброс плюс 2 град, критический шанс. Крутая вещь, хорошо, возьмем. Горизонтальный путь стреляет, но с повышенным уроном. А, то есть он... Ну-ка. Потом такой раз и... Ну, нет, это, конечно, какая-то... Урон плюс 8, конечно. Это интересный план. Снаряд испускает наносящий урон искры при отскоке. Хорошо. Бум. Бум. То есть иногда обычно, иногда с отскоком. Хорошо. Метатель огненных шаров. Огненные шары в случайных направлениях. Звучит опасно. Давайте поставим. Огненная молния. Хорошо, сказкивающая взрывающая молния. Может, поэтому он тут не взрывался, что это просто... Ну-ка, если вот тут вот бахнуть... Не, нифига не взрывается. Иммунитет. Телекинетический пинок. Вы получаете новую силу телекинеза. Левитация от ярости. При убийстве врага вы частично пополняете левитационную силу. Ну, это полезно, но убивать-то, конечно. У ваших снарядных взглядов есть шанс на удвоение, но вы более уязвимы к урону от снарядов. Давай. Давай. Давай так вот и поставим. Тротил. Можно я вот этим тротилом сейчас пойду и поставлю здесь. Просто тротил. Ну тротил же. Ничего не берет. Ладненько. Зато у меня бантик в руках. Можно сюда теперь пройти. А! Коцает меня стало. Ладно, возможно, из-за того, что я задавился. О, пошла война. Сразу помер. Отлично. Так, я знаю, как с такими обходиться. Так, ты что взорвалась-то? Накрыло его, накрыло. Так, ты же не оживешь там внезапно. Ладно.
С этим можно работать. А, вот я прям сделал все, чтобы... Возможно, чтобы попасться в эту штуку. Блин, мужик, ты не... Так, электрические ящики, которые... Ага. Блин. Ледяной этот сок. Так, все пацаны, они умерли. Это приятно. Что мне делать дальше? Что это за иммунная штука? Я не понял, ты что, взрываешься, не взрываешься? Ладно, мне здесь не рады. Туда я и не пойду. Ага. Попал. Деньги — это сила. Мне нужны деньги. 111. Ну, конечно же. Ох, как хорошо удвоенным-то снарядом. Так. Вот эти вот небольшие искорки воздушной кислоты меня убивают. О! Отлично, он помер. За него только 10 дали. Блин, я помню... Как-то эта фигня работает, что она просто бьет иногда и... Дамажит меня, я сам себя убью скорее. Чем что-то полезное сделаю. Так, ману купим. Наш там дофига требует. 50. А вот ну тут на одну-то только зарядик и все. И куда я прикопал? Ладно. Будьте со мной. Не забывайте, что вы можете мне подсказывать. В случае. Когда я, очевидно, туплю. Так. Хорошо попал. Я думал сделать... Ох, хорошо, прям кровушка-то забрызжила. Какие-то уже останки мертвые. О-о-о-о-о-о-о-о. Идите воюйте друг с другом. Ладно, вот. Тихо-тихо-тихо. О, что-что, вот это я, конечно, бамбукнул. Напалмовый дождик. И самому себе двадцаточку. Это мы же любим. Там как-то враг народа. А так она горит. На. Ух, как. Не, я туда не буду прыгать. Это ледяная кислота меня заморозит. Оп. Я могу сюда где-нибудь войти? К этому посоху чудесному. Может быть, я смогу тут прокопаться. Давайте не будем торопиться. Так, куда меня все время смещает? Спешка хороша при ловле блох, а мы тут не ловим блох. Так, куда-то сносит меня. Ну тут везде тупички.
копаем. Копаем, копаем. Что это был за круговорот? О, что-то оно... А! Что-то оно меня пытается замуровать. Так, хорошо. Теперь это надо все взрывать, что ли? А! Ты еще задохнись. Так, давай заряд. О, потекла вода. Ну. Так близко и так далеко. О, тут даже еще сердечко. Сердечко. Не знаю, что ты такое, но не надо. Выпустите меня отсюда. Выпустите меня. О, выплыл. 63 хп. Я хочу тут посох, потому что посох это жизнь. Хорошо. Чувак, мы с тобой нормально разобрались? Что тут у нас? Двойное заклинание. Взрыв слизистых врагов. С существами, покрытыми слизью. Огненная молния. Расход маны 50. Максимум маны 310. Посох-то хороший. Перезарядки. Даже быстрая перезарядка у него. Давай вместо четвертого. А, какой жезл выбросить? Все. Выбросил. Теперь пальнуть и не умереть. Ага, огненная молния. Ну понятно, они же. Все хорошо. О, пошло, пошли трещины. Тихо, тихо, тихо. На. На. В кого бог пошлет? У меня там не только... Надеюсь, там стреляет достаточно легко. Ага, умер. Давай. Давай перекидываться шариками. Давай перекидываться шариками. Нет, не попадешь. Давай, мужик, хавай их. Ты же их схавал? Да, ты их всех схавал. Фух. 43 хп. Таких приключений я долго не переживу. Как бы выживать? Где бы найти спасение? А, нет, контузия, а, контузия, 14, а, грусть-то какая. Смерть, замораживающая жидкость, а, я еще умер от этой жидкости. Очевидно, я шел красиво, но недостаточно круто. Прогресс на 12 ноября, что у нас тут есть? Ничего нет, бомбы с блесками, взрыв ракеты. Луки, ну, луки, конечно, он интересен. Волшебная стрела. Эх. Итак, посещенное место 4. Глубина 415 метров. Ну да, 586, конечно. Золото 311. Набрано и потрачено. Максимальное очко в жизни. А тут хорошо жизни-то было. Только я успел все их потратить, пока начинал. 11 предметов из 12. Ну что, сыграть еще раз? Давайте сыграем еще раз. Вроде бы я умираю достаточно быстро. Так что вряд ли это будет дольше получасика.
Так, у меня все. Соленая вода. Солененькая. Жезл даже не 3 стрела, а 2 только. Максимум маны 106. Что это за мусор мне дали такой? И с 3 гранатами только. Такой, на. Страдай. Так, он умерло. Тут ничего нет. Твоя принцесса в другом замке, Марио. Ну, сидит. Устроим подрыв. О, золото взял. Нет, нет, не хавай меня. Ты куда поехала, бревно? Это нормально? А нормально, что там золото выскочило? От меня в 10 километрах. Я за ним пойду. Вопрос, успею ли? Там уже что-то догорает. Ладно, не успел. Что поделать, я тот, кто идет за копейкой. Особенно, когда от копейки зависит моя жизнь. Вы видели эту штуку? Она там катапультировалась. Я буду сжечь. О! Хорошо пошло. Тепленькая. Как тебя? Догораем. Это как раз создать лужу вот этой нефти. Бум. Слушай, а взрыв-то был такой офигенно прям. Офигенно качественным. О, а тут жизнь, оказывается. В какой-то момент я начинаю думать, что это нехорошая идея. Так, горы, золото. На это просто вернусь туда, откуда пришел. Так, снега. Дайте мне Эверест. О, Эверест. О! О, я продал блевы. Надо просто достаточно долго стрелять. Ну, в смысле, мне не хватает выносливости. Даже если захочу, я не смогу. Я не смогу долететь. Эх, так близко и так далеко. Если только каким-то рокет-джампом подпрыгивать, но я не настолько профессионал, чтобы это пробовать. Но, конечно, можете написать, что там в небесах. Или мне скажут: а, прокачайся. Так, этот гриб, надеюсь, он мертвый. Ну или хотя бы не живой. Грибы. О, вот это пираньи явно меня схавают. Слышь, птички. Ага. Дохнут птички, значит, в смысле, получают урон, значит, уже нехорошо. Питайтесь кровью своих. Не моей. Представляете, если у вас был такой выбор? Переплыви это озеро, и там будет целая плеяда сокровищ. Я чувствую, я туда полечу и тоже упаду в воду. О! Ага, разогнал. Фу. Выносливости хватило. Мерзкие пираньи. Они хотят моего тела, но не получат его. Если сейчас никто не вылезет, то все будет хорошо. Так, деревья, елочки, мостики там. Вот эти растущие кусты меня пугают, конечно же. Ладно. Идем к успеху.
А тут есть что-нибудь в бесконечных небесах? Видимо, нет. Пустынька. Пустыня. Условно копать можно в этой пустыне. Прикольно. Что это такое? Грибочек вниз-вниз. Ага, грибочек вниз-вниз. Может, надо грибочек найти и возле него копать вниз? Тут что-то грибов нет. Тихо-тихо. Ну прям музон. Но мне страшно. Я предпочту просто гулять и наслаждаться кактусами. Ну, до определенного момента. Это все-таки несколько лучше, чем когда там кричишь, бежишь, умираешь. Что это такое? Что это? Гигантские скелеты? Не к добру. Не к добру такой черепок. Мне таких монстров не нужно. Тут есть поменьше такие черепки. И они, кстати, проминаются. А вот... большие скелеты — это не очень. Так, песочек. Там можно зайти внутрь. Наверное. Если обстреливать неторопливо. Пирамид. Давайте дойдем до официального входа. Это точно пирамида. Сова, открывай, медведь пришел. Не открывает. Может, надо пнуть ногой? На. 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 Не помогло. У меня есть соленая вода. То, что нужно, чтобы отправляться в пустыню. Блин, пирамида-то здоровенная. Блин, сколько, какая дофига здоров... Ага. Что это? Эмераль Таблис... Так. Необходимость скрытия искусства — одна из важных... необходимых черт алхимика. Мы клянемся землей и небесами, ядом, четырьмя элементами, высотой и глубиной, Гермесом, Анибусом и... Кекусом. Ладно, возьмем, что уж нет-то. Взять шар. Вы обнаружили шар истинного знания. Вам открылись тайные знания Земли. Землетрясение? Берем. Тип снаряд. Осталось использование 3. Расход маны 240. Урон 25. Скорость 110. Призывает гнев Земли. Ну, можно бамхнуть. О! Нет! Нет! Я просто выкинул. Что-то я нехорошее сделал. Надеюсь, никто не обиделся, что я взял и выкинул этот мега-штуку. О, пирамида только сейчас вход совершил. Воздух кажется горячим. Ах ты жук какой! Нивелируешь мое управление? Так, 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 все. Так, это что за фокусы такие? Песочек, откуда ты высыпался? Это же неспроста. В общем, спасибо, было весело. Пойдем дальше. У меня тут исследовательская серия. Идешь себе. Красиво все. Собрано шаров. Один. Землетрясение. О! Что это за шарик? Пожиратель эссенции? В смысле пожиратель? Так, я понял. Кто теперь кого пожрет, а? Пожиратель эссенции.
конечно, я... О! Ну, хотя бы тебя можно убить. Значит, я все еще не сбился слишком уж сильно с курса. Тут какие-то весы. Не работающие. Так, и темнеет. Чем дальше я иду, тем больше неприятностей найду. Сторожевая башня. На. Что он такой дикий? Так, ладненько, пойдем-ка изнутри. Люблю убивать маленьких и беззащитных. Прозвучало странно. А, вот тут такая замануха. Зайдешь, и тебя лавой обожжет, и ты такой: о боже мой. Интересно, а вот сверху там вот есть нормальная процедурная шар, сфера, там еще что-нибудь? Тепленько у них. Отопление, конечно, на втором этаже у них есть. Это без сомнения. Букашечки. Ну шо, как бы они намекают, да? Хочешь быть крутым, имей иммунитет против огня. У меня иммунитета против огня нет, поэтому я не крутой. Я просто буду исследовать дальше. Ловить возможности. Так, что это за... Что это за машина судного дня? Раскалываем ее. Металл. Главное, испаряется как-то кислотно. У тебя есть что-нибудь вообще ценное? Металл. Ага. Больше ничего ценного в нем нет. Я так и думал. Идем себе, идем. Тихо, спокойно. И потом появляется такая страшнейшая стенка и говорит мне: ты не прав. И мы летим вверх. Очевидно, так можно залезать. Если бы они хотели, чтобы я не залез, значит, не сделали бы такую фигню. Так. Поэтому мы лезем вверх. Мы исследуем. Стремимся к необъятному. Ага. Выполнен вход непонятно куда. О, брат, это жулики. Что ты такое? Так, погоди. Ну? Нормально же общались. Чё ты сразу? Шо, если бы у меня было такое заклинание, было бы все хорошо? А у меня такого заклинания нет? И что дальше? И что дольше? Так, а можно было там
прыгнуть направо-то? Или это было все бессмысленно? Да, это все бессмысленно. Шмяк. И куда вы хотите, чтобы я возвращался? Шел, шел и не пришел. Узнал какое-то заклинание. Нужно заклинание слизи. Тогда бы, наверное, я бы смог активировать эту фигню. Идем, идем. А ничего не находим. Грустно. Ладно, хотя бы в эту сторону должно быть быстрее, чем в ту. Эх, маг. А это такое приключение на 20 минут. Зашли и вышли. А тут нет, тут надо идти какие-то тайные мироздания разгадывать. Наверняка эта штука еще рандомная там. С разным заклинанием. Вот это тоже поглотитель эссенции. Где этот поглотитель эссенции теперь? Нету его. Так, дайте уже мне с кем-нибудь повоевать. Я, конечно, гулял-гулял. В пирамиду войти можно? С этой стороны хотя бы. Тут уже обсыпается все. Входа в пирамиду пока не чувствую. Это тут мозги треплющие. Вот, ну тут же вот прям вот. Впустите меня. Землетрясение. Ну, может, подберу этот свиток. Представляете, надо было с этим свитком подойти, а я его просто уронил, он скатился. Ну, если бы он скатился, он бы лежал здесь. Да. У меня последняя возможность. Ага. Работает. Ну что, ребята? Вы не ждали, а я пришел хранить вас. О, полезли, полезли. Это просто вода. Так, эти три пацана, надеюсь, не оживут. То есть вы хотите, чтобы я тут... вообще запотевал? А! Так, 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 так. Так, ребята. Мне надо было на нее встать и от нее там полететь. Граната больше нет. Мне дали самое убогое оружие на свете. Ну, было бы хотя бы там 10 гранаток. Я бы тут ходил и взрывал. А тут так 3. Может, конечно, они ультимативные. Но всего лишь 3. Тем временем, прокопаться здесь тоже такой себе вариант. Ладно, побежали. Надеюсь... монстры там еще не успели весь остров пережарить. Гигантский черепок, конечно, внушает. Песок, песчаник. Мышка может определить, где песчаник, где песок. Вниз, вниз и...
Я могу приседать. Толку-то от этого, правда, нет. Но приседать могу. Ладно, ребята, я вернулся к вам. Уже грибы пошли. Сейчас мы будем лутать местные пещеры. Наслаждаться, так сказать, геймплеем, изобретенным в Майнкрафте, в Террарии и в прочих играх. Ну, конечно, блуждать туда-сюда. Такое себе. Я, конечно, понимаю, это, о, типа, громадный мир, но могли бы и поближе сделать, я не знаю. Ой-ой-ой, точно, это же эти мерзкие... Может, я должен был там вот так вот взлетать, так вот иногда восстанавливать энергию, а я вот этого не делал. Хм, может быть. И тут ничего нет. Любимый тип пещер, так сказать. Когда там ничего не происходит. Так, а вот я в своих родных. Бум. Разогревающий. А! Смой с себя эту пакость. Молодец. Так, дядя с дробовиком. О, скрижаль. Если все горы были из серебра или золота, что бы смог получить человек, который жил бы в постоянном страхе смерти? Тогда вот почему в этом мире не может ничего лучше, чем наше лекарство, которое имеет силу лечить все болезни плоти. Что-то его не вылечил особо это. Так, а вот это, конечно. Ну-ка, если я вот так вот водичкой полью. О, нормально. Нормально идем. Бутылка заканчивается. Так, все хорошо, я долечу. Здорово, пацаны, как у вас тут? Красиво? Да, красиво. Музыка, можешь немножко как-то повеселее быть? А то... У меня аж от этой крепоты волосы стынут. И от возможности приземлиться в лаву. Возможность меня тоже не радует. Так, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Куда я лечу? Зачем я лечу? О, я живой. Все хорошо. Все хорошо. Где-то я на глубине. Странник, понимаешь. Забрел, куда его не просили. Ну что, теперь я вот опускался, а теперь подниматься мне на вот эту всю высоту. Они не шутили. Ладно, игра. Мы будем неторопливы с тобой. Потом такая: ты наконец-таки доказал себя достойным. Убей этого босса там. Архидема 999 уровня. И все. А я со своей пуколкой на 3 урона. Пик-пик. Сделай его архидемоном 990 сотого уровня. Так, а тут
Наверное, была веревка, за которую можно было цепляться, но я не уверен. Бум. Поизучаем дно. Это веревочка. В этой игре слишком много секретов, которые надо знать. Может быть, это интересно, но... Хедшот. Промахнулся. На. Иди умри. На, взорвались. Снежные глубины внезапно. А как же там заходить сюда, когда у меня крутой пулемет? Или это слишком... Я слишком крут для этого мира. Крыса, еще ты мне умер от крысы. Так и будет написано у нее на надгробии. Так, я понял. Ага. О! А! Давай ты не будешь. Тихо, тихо, я знаю, ты хорошо накидываешь меня. Но у меня 13 хп, я... Ну нет, 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 какой еще лазер? Я хочу вот эту штуку бахнуть. Ого, не-не-не-не-не. И что? Давай ты уйдешь куда-нибудь там. Что-то мне страшно. Нет. Все, вырубилось. Врубилось. Это тот самый призыв ракеты? Тихо, тихо, какие-то лазеры пошли. Давай, ракетница, я знаю, ты. Уровень прочности даже у тебя должен быть. Давай, давай, мое оружие, оно бессмертное. Ну, в смысле, мне не надоест. Загорелась, глупышка. Ух! Нет, она не загорелась. Горит, не горит, но тает. Блин, она все испортила. Я теперь не знаю, как полетит это. Хорошо, обрабатываем. Можно ее вообще-то купить? Я хочу верить, что да. И титанк. Ну ладно, снаряд. Причина смерти. Статистика. Золото 230, конечно, да, там. Посещенное место 6. Ну да, нагулялся, это хорошо. Прогресс. Никакого прогресса я не получил. Зря касса какого-то, наверное, убил. Ладно, надеюсь, вам понравилось.
Надеюсь, я, конечно, как всегда, нажал выход, и это выход из игры. На этом я прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.